Муравленковцев приглашают на семейный фестиваль. Новый проект стартует при поддержке компании «Газпромнефть» «Ноябрьск-Нефтегаз». Фестиваль семьи и творчества пройдет в спорткомплексе имени Павла Садырина 15 сентября в час дня. В программе более 10 площадок, где каждый найдет себе занятия по вкусу и интересам. Желающие смогут поучаствовать в спортивных и игровых мероприятиях, заняться творчеством, посмотреть анимационную программу, шоу «Мыльных пузырей». Вход свободный. Отмечу, что проект стал победителем грантового конкурса в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».